Большой футбол снова в Тирасполе. В четверг на главной арене спорткомплекса третий квалификационный раунд Лиги Европы. 18-кратный чемпион Молдавии против 10-кратного обладателя титула чемпионата Ирландии. Шериф сыграет с командой Дандолк. На официальном сайте УЕФА уже есть официальная заявка Шерифа. В Лигоевропейском поединке с ирландцами не сыграют 4 наших игрока. Алек Мудиму, Петер Уилсон, Андрей Лукич и Максим Кожакару. Свой предыдущий матч Шериф сыграл в чемпионате. На выезде со счетом 2-1 желто-черные победили Спирансу. Теперь готовятся к поединку с ирландским клубом. Очень серьезная команда. Очень долгое место играют. Это самая лучшая команда последние 20 лет в Ирландии. Так что нам там надо и игра, дисциплина, и нам надо и компактность, и единоборство, и качество. И надо, чтобы была на это все борьба от первого до последнего футболиста, что это как борьба за жизнь. Итак, ожидаем приезда ирландских футболистов уже завтра вечером, а в четверг решится, кто пройдет следующий раунд. У соперников есть только один шанс – 24 сентября на поле спорткомплекса. Если все сложится, уже через неделю Шериф в Тирасполе примет победителя пары – Динамо Тбилиси – Клаксвик. Это будет игра за попадание в групповой этап Лиги Европы.